нам облегчили работу, сами дрова едут. Что, да, смотрите? Стас там. Там труба. Топ. Труба. Труба, труба, труба. Пойдем. Пройдет или не пройдет? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Здесь нету, закончилось. Купить завтра, да. Мне? Да. Хорошо. А деньги? Нормально. Поехали, поехали. Ювелирная работа. И самое ценное — это водитель, который находится за рулем. Бесподобный человек. Доброе сердце и мастеровитые руки. Звезды. А сейчас будет фокус-покус. Приготовились. Внимание. Держите упор. Пускаем. Он на нем стоит, блядь. А не поломали? Поломали. Вы такие уверенные, блядь. А він одразу, то треба подержати, візьми деякий брусок, так? Він, куди брусок візьміть? І подержати, ми борт уткаємо і одразу то. Ні, спокійно опускай його, і воно ще... Ні, воно кмур на нього, блядь. Слухай, поламле борт, ти будеш мати проблем. Лежить на борті зараз. А як ти предлагаєш? Ну, зараз трошки пострахувати і все. Подрізання. Красота. Остальное это срезать, блядь, или вручную выбрасывать. Это сделано. Берем их куда и сюда бросаем. Хорошо. Нахуй я здесь лишнюю работу делал. Правильно, надо, чтобы борт, туда, так чтобы борт открылся, машину проехала. Я все правильно делаю. Только вот задержался сегодня, извините. Ну что, я завтра на 2 часа еще останусь, помогу. Так что я полчаса отработаю. Я в субботу 3 тачки привез. Когда сдал дежурство. Причем добровольно. Вы справитесь?
потихоньку вдвоем. Справимся. Справимся. Просто поджигает его, нет, еще машина выехала. Я тогда закрою ее, все. А ты уезжаешь, Стас? Стаса забираете? Не, оставляю его. Оставляйте, надо. Продолжение следует. Он уже залазит. Я просто не могу помочь, потому что я фоторепортаж веду. Ну, я ж для истории, ну. Чекай. Давай ты стоишь, а я стою. Давай, раз.